В Кызылорде участились случаи падения детей из окон многоэтажек. С начала года зарегистрировали 8 фактов. В каждом случае малыши оставались дома без присмотра взрослых. Накануне произошли еще 3 несчастных случая. 3-летний ребенок выпал из окна квартиры на первом этаже. В этот же день с балкона на 3-м упали 6-летний мальчик и 7-летняя девочка. С множественными травмами детей госпитализировали. В прошлом году в регионе зафиксировали 14 подобных случаев. Спасатели и медики просят родителей не оставлять детей без присмотра и соблюдать все меры безопасности. Один из 3 детей находится в реанимации. Его привезли в тяжелом состоянии. Проведена операция. Остальных малышей госпитализировали. Они находятся в отделении травматологии под наблюдением врачей. Их состояние стабильно тяжелое.